че гутарим? Давай поднимай свою шлагбаум, нам поспешать надо. Поспешать. Успеется. А то как не успеется, бать. А то как без нас Гитлеру накостыляют. Давай поднимай. Накостыляет, раньше война кончится. Ну что, Светка, замуж за меня пойдешь? Не-а. Гляди, получу героя, пожалеешь. Иди, герой. Ну что, девчат, перекур? Воздух! Воздух! Фёдор. Все равно его повешу. Конечно, повесишь. Когда война закончится. Пойдем. Ходить разучилась. Небось, твой сегодня приедет. Да что я, виновата, что ли? Ну, счастливый же ты, Светка. Ой, девочки. Ой, парит. Дождь будет, опять в палатку натечет. Свет. Свет. Ну, пойдем в тот домик посмотрим. Там чисто, сухо. Ну, пойдем. Пошли. Девчонки! Куда вы, дурёки? Вперёд, румба! Вперёд! Куда пошли? Кто там бушует? Стоять! Не понял. Куда вас, черти, попёрли? Дуры набитые! Румба, ищи! Ищи, румба! Чё это он? Румба, ко мне. Всё, чисто. Можно входить? Сержант! Вы на кого орете? Как разговариваете со старшим по званию? Был такой случай совсем недавно. Я так же... Так же, да не так. А никого им. За что тебе только медальки повесили? Да я здесь уже был. Ой, можно? Я ее поглажу. Собака кусается? Не знаю. Может, и кусается. А как ее зовут? Румба. Ну, имечко выбрал. Румба. Румба хороший танец. Румбу танцуют все. Румбу придумал испанец. Румба живет в Москве. Смотри, смотри, она улыбается. Стой назад. Ненормальный. Тихо. Тихо, всем уйти. Здесь мина. Каблук из-за него сломал. Румба, уйди. Тихо.
и впрямь мина. А как тебя зовут? Светлана. А я Федор. Ослепнешь, Федор. И этот втюрился. Эй, взорвешься. Уйди, прошу тебя. Уйдите дальше. Света. Я сейчас. Светка. Смотри, твой приехал. Как же это я пойду? Ну? Тонь, сбегай за сапогами. Лечу. Пожалуйста. Ну все, наши оставили. Спасибо, спасите. Угу. Только вот что ты натворил. Ой, махонька какая. Румб, иди сюда. Так это, я завтра приеду, разминировать и привезу в лучшем виде. Починишь? Конечно, ведь солдаты обязаны все делать. Скорее иди, ждет. Светлана, вы это, я там табличку поставил. А вы сюда, на эту дорогу, никого не пускайте. А мы завтра приедем и все почистим. Да сделаю я! Ага. Сделаю! Отправишь сержанта с попуткой. Есть. Хорошо. Стой! Стой! Подержи. Ты это, сюда рот не раздевай, щеблеты не бей. Тут вон какая любовь. Не испугались? Орлы-летчики. Нет. Не чита тебе кроту. Орлы, говоришь? Закрывай. Мину давай. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Слышишь? Тикает. Слышу. Стой, тихо. Не двигайся. И чё? Тихо, 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 тихо. Завтра приеду, разминирую. Как? А так. Орел. Штаны намочил? Или хуже? Сегодня у нас танцы. Приглашаю. Как же я уеду? Ха, это просто. Ефрейтор? Я. Остаетесь за старшего. Есть за старшего. Младший лейтенант вызвана в штаб. Терпецкий. Я. Ты получил приказ обследовать минную обстановку. Так точно. Обследовал. Так точно, товарищ капитан. Угу. Обнаружил мины, одну снял. Так как имел приказ срочно явиться в часть, разминировать участок для прохождения войск, то этот участок обозначил табличкой. Обозначил? А то непонятно, гроза надвигается. Ветер нахрен снесет твое обозначение!
Надо было регулировщиков предупредить. Старшую. Так я же... Что я же? Ну что? Предупреждал он вас о минах? Так. Так. Сначала вы заявили, что не предупреждал. А сейчас засомневались. Я вас слушаю. Виноват, товарищ капитан. Не доложил. Люди в госпитале. Техника уничтожена. За все ответишь. Ордена. Амуниции. Погоны. Эй, милая, меня за что? Под трибунал пойдешь. В машину его. Прощайте, ребята. Ты, ротный, на меня зла не держи. Спасибо за службу, солдат. Булкин, возьми на себя румбу. Румба. Румба, ко мне. Иди сюда, сидеть. Теперь у тебя новый хозяин. Новый. На-ка. Вот. Мода. Товарищ капитан, тут оно все не так. Так, как есть, так и есть. Давай, давай. Развели тут амуры. Товарищ капитан, рота штрафников построена. Значит, так. Во время пребывания в штрафном батальоне обращение товарищ отменяется. Знакомо, гражданин начальник. Тебе знакомо, да не для тебя речь. Потому скажу так. Вы есть пасынки судьбы. И виновны в том сами. И сами, коль мужики, то и переломить должны ход этой судьбы. Отсюда не выходят так просто. А отсюда выходят или с первой кровью, или с наградой. И последнее. Кто спрячется там, лукавит, стреляю без предупреждения. А я хорошо стреляю. Хохол. Белорус. Белорус. Я побегу. Стреляй в меня. И только так. Там, куда мы идем, иначе нельзя. Оружие получите перед боем.
Смотри, румба, 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 румбочка. Ты-то как здесь оказалась? Наша, промокла вся. Слышь, Свет. Румбочка. Говорят, сегодня штрафников на фронт отправляют. А, черт. Румба, румбочка. Свет, ну давай, пошли, пошли. Пошли, Румба. На, зонтик укройся. Ой. Отвезите меня с собакой на станцию. По вагонам! Шире! Получи эту свое! Имеешь жалобу, фрейро? Нет. Все, держи. Это полежит у меня. Как здесь? Тебе же не положено! Пустите меня! Федор! Федя! Света! Ты... Прости меня, дур! Все это меня! Ты ни в чем не виноват! Губы ты зачем красишь? Я напишу тебе. Куда ты напишешь? Куда ты напишешь? Я сам отыщу тебя. Сам. Рома, иди сюда. Все, прячься. Да, товарищ старшина, вы зачем каску? Чтоб легче бежать было, сынок. А? Куда бежать? Это тебе подскажет. Румба, Румбочка, ну все, с Богом. Румба, давай, иди. Давай, старшина, поднимай людей. Автоматом возьми! Thank you.
Ты правый! Правый зон! Понял! Рацию береги! Разведка вернулась! Быстрее! Быстрее сюда! Осторожно! Я помогу! Ну! Ну! Что? Товарищ капитан, здесь за рощей, на опушке танки подтягиваются. А здесь сложнее, пехота подтягивается. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Будто бы, знаешь, нам их нечем достать. Сейчас бы нашим пушкарям координаты. Почему? Почему огонь прекратили? Пал Палыч, так координат нет. Что значит нет координат? Живо координаты, майор! Сержант, связь, координаты давай. Майор, кто там закрепился? Две роты отдельного батальона и штрафники. Связь. Пол Палыч! Да уйди ты! Координаты и связь, майор, давай живо! Товарищ генерал, штрафбат молчит. Что значит молчит, майор? Четверо связных убито при попытке. Ответьте! Как слышно? Что ж ты раньше не сказала, майор? Объявить по ротам. Героя. Героя за связь. Товарищ капитан, пуля зацепила. На наших человеческих жизней. Не надо, капитан. Пишите донесение, координаты, где танки и чем оживите рации. Через час донесение будет в штабе. Четверых связных снайпера убили. Белорус, ты что, птица, что ли? Я вообще-то Федор. Федор меня зовут. А вот она долетит. А что?
Пиши, старшина. Есть. Посадь друг человека. Капитан, эта сука хотела к немцам уползти. Я не уползал! Бара буду! Я начальник! Я потерялся! Не в ту сторону полез! Не стреляй! Не стреляй, начальник! Не стреляй! Веди его за брусвер и... Пошел! Начальник тебя убил! Ага.
Прочти. Вручить отличившимся и считать судимость снятой. Командир. Повтори. Считать судимость снятой. Вот, пасынки судьбы. Говорил, есть шанс выйти в люди. Есть. Еще зажим. Убери это. Убирай, убирай. Угу. Так, перехвати. Вот тут вот. Угу. Аккуратнее. Зоя, аккуратнее же, ну. Извините, извините. Потом. Так, еще. Ай. О. Вот. О. О. Ну что, это ему на память. Очень уж удачно у него это все прошло. Уходи, прошу тебя. Оставить. Ой, Николаевич. Будешь жить, твой солдат-собачка. Товарищ военврач, Николай Дмитриевич, раненый на столе. Иду, иду. Вот, говорят, Павлов, рефлексы. Вот он, разум. Может быть, не такой, как у нашего начхоза, но, несомненно, разум. Собачку не прогонять. Нельзя, нельзя и тут, Николай Дмитриевич. А мне плевать, что нельзя. Вся эта война сплошное нельзя. Ну? Не прогонять. Эй, а откуда собачка? Минёра собачка. Федя, Фёдор, можешь маханём, а? У меня же заначка есть. Нет. Хоть и крови свою судимость смыл, ну и ладно. А ты для меня какой был, такой остался. Так что понапрасну воздух не сотрясай. Ну, пив в натуре фраерок. Получи, минер! Чья такая тяжелая подушка? Моя. Ты чего в ней? Кирпичи, что ли, носишь? Оба-на! Это что? Почему не сдал? Так отберут же. Извините. Все по местам, генерал в госпитале. Так, здесь у нас что? Безобразие.
Собака в палате. Немедленно убрать. Сейчас. Сейчас. Угу. Генерал собак терпеть не может. Да я знаю, что терпеть не может. Я сейчас. Иди! Иди здесь, чтобы не высовываться. 5 минут вам на уборку. Идут. Сидите, сидите. У вас все медсестры такие хорошенькие? Да. Куда? Налево. Здравствуйте, товарищи бойцы. Здравствуйте, товарищ генерал. Не тесновато? Извините, товарищ генерал. Где был ранен? Под Терновкой, товарищ генерал. Благодарю за службу. Служу Советскому Союзу. Где был ранен? Чибиков. На плацдарме, товарищ генерал. Лежи, лежи. Золотарев. Я, товарищ генерал. Орден. Слушаюсь. Фамилия, звание? Рядовой Корнеев. Спасибо за службу, Корнеев. Служу Советскому Союзу, товарищ генерал. Лежи, лежи. Где был ранен? На плацдарме я. Золотарев, за отвагу. Есть. Служу Советскому Союзу. Спасибо за службу. Спасибо. Спасибо, бойцы. Да. Ну что, пацаны, обмоем правительственные награды. Вы про меня не забыли? Ну что, поздравляю, мужики, с наградами. Поздравляю. Спасибо, Федь. Вот так, минер. Побольше за собачками бегай. Будь здоров. Молодец. Учту. Прости, Господи. Слышь, минер, а я и теперь чихать хотел на всех. Крути, не крути. Герой войны. Не одобряешь. Я так полагаю. Человек должен уметь жить. Уметь, понял? Что в войну, что без. Ежели по правде долбом об стену, так ведь много не наживешь. Человек, когда рождается, он что кричит? Кричит «дай», а не «на». Ты куда, Федя? По закону говоришь? Ты по закону? Вы чё, мужики? А это что? А? Чё? Ты чё? Да по твоему закону, я тебя тогда на плацдарме должен был шлепнуть. Федь, ты что? Ты что, побойся Бога? А накося! Выкуси! Слабо тебе человека казнить. А тебе, хмырь, а тебе... Дайте поспать! Ой, Господи. Ложитесь спать, Христа ради. Thank you.
Подожди меня! Тезка, привет! А где Светлана? Светлана, где? Там. Остановились, я отпрошусь и вечером приеду. Ладно. А, да. Я же писал тебе. А ты как в воду. Это тебе. Ну, до вечера. Поздно. Узнал. Надо бы помянуть по фронтовому обычаю. Ефрейтор! Возьмите мешок. Все по двойной ходим. Вам отвлечься надо. Надо жить. Сегодня к нам военторг приезжает. Вечером кино будет. Я заеду за вами. Это произошло. Ну как? Тоня считала, что это Светин хахаль летит. Ну, выскочила на дорогу с зонтиком. Ну и... Да. Война или судьба. Она лучших забирает. Сам починю. Забирает. Ты чего, Федя? Забирает, да? Сидеть. Чего ты сюда приперся? Не любит она тебя, понимаешь? Не любит. Жить-то надо, Федя. Жить? Кому жить? Этим! Этим жить! Федя, положи автомат. Этим жить! Этим! Не дури, Федя! Не дури! Ты убил! Эй, парень, или почему? Тихо-тихо! Может, успокойся! Ты? Кто из вас? Опусти автомат, не иди дури! Иди сюда! Ты убил! Ты! Ты убил! Га! Мами! Ты! Найн, мами! Мами! Да уйди ты! Все, 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 все,
Давай, давай, пошли, пошли. Смешные. Научишь? Маш, научишь землю чистить? Конечно, научишь, сынок. Давай, давай. Кому же, как не тебе ее чистить? Вы обещали сделать для меня все? Ну, и сейчас обещаю, да. Есть один человек. Достаточно он повоевал, хватило лихо, до крови пролил. Хочу его спасти. Заберите его с передовой. Хорошо. Расскажете подробно по дороге. Не торопись. Спешить в нашем деле нельзя. Извините. И запомни, задница к фронту. Не нагибаться, потому что одна нога здесь, другая нога там. И главное, сапер ошибается один раз. Вернее, два раза. Когда влюблен и когда не хотелось бы. Сам понимаешь. Так, что у нас? Молодец, зачет. Да, вот теперь так снимай. Ага. Где сержант Чеклун? Взрыватель, осторожней. Да, вот так правильно. Сержант Чеклун? Я дальше капитан. Сержант Чеклун, вы откомандировываетесь в штаб фронта. Не понял. Зачем? Почему? Не знаю, у меня приказ. Подождите, это... Товарищ капитан, у меня же собака. Я так не согласен. А может, я с войной не согласен? Выполнять! Может, напутали там чего? Ёлки. Может, там ошиблись? Держи. Румба ко мне! Румба ко мне! Пойдем, пошли! Вызывают зачем? Где сержант? Здравия желаю. Чеклун, ты где? Я здесь. Давай быстрее, собирайся. Машина в штаб фронта идет. Так вы узнали, почему? Да сам черт не разберет. Какая-то странная история. Никто ничего не знает. Булкин. Я. Ну ты это, с румбы по ласкве. Будь спокоен. Да и не забудь давать четверть банки. Тушенку не зажимай. Ну все, девочка, пока. Давай. Все, все, Федор, давай быстрее. Что ж такое? Ну, бывайте. Счастливо, Сергей.
хорошая машина. А, вот то, что ты просил. Благодарю, товарищ подполковник. Вы меня балуете. Да пустяки. Моя любовь, дирижер Шварцман. И как мне вас благодарить, товарищ подполковник? Ох, и потанцуем. Товарищ подполковник, разрешите обратиться к старшине. Валяй. Товарищ старшина, сержант Чеклун для дальнейшего прохождения службы в Козводе прибыл. Так ты, стал быть, и есть тот самый Чеклун? Так точно, товарищ подполковник. А... Ну, моли судьбу, что у тебя такие заступники. Какие? Не могу знать, товарищ подполковник. Ха. Да ладно, не там соль. Служить будешь тут, в хозводе. Доволен? Отдохнешь от переднего края. Вот. Ты держись меня, сержант. Со мной не пропадешь, с Владимиром Андреевичем. Сапоги, сапоги новые. Жмут пока, не разносил. Мне такие хлопцы нужны. И чтобы все горело в руках. И еще самое главное. Не мели языком. Понял? Что? Я говорю, языком меньше молоть. Понял, сержант? Так точно понял, товарищ старшина. То есть не понял? Да я вижу, ты не рад. Да я румбу там оставил. Сердце болит. Это кто такая? Почему не знаю? А? Собака. Тьфу ты. Ну ты. Ну ты, сержант, даешь. Прямо как живой. Как там тебя, сержант? Слышь, как тебя? Федор. Федя. Пойдем. Пойдем работать. Федя. Терпи, терпи, голубушка. Немного осталось. Надо же. Даже иглы не боится. Солдатская собака. Она и терпит, как солдат. Солдат знает, за что терпит, а она... МРС-2145. Минно-розыскная собака. Ну, вот и все. Перевяжите ее в вольер. Слушаюсь. Солдат... Настоящий солдат. Все, мужики. Слазь, загрузились. Все загрузили? Все. Давай. Закрывай. Не все. Здесь ящик с тушенкой. Забыли. Спасибо. Да ничего. Ну ты, собаковод, не лезь не в свои дела, следопыт. Отделение, смирно! Да вольно, вольно. Далее поступаем в распоряжение полковника Вишнякова. Вольно! Значит так, ребятки, сегодня у меня праздник. Ну, сами понимаете. Нужно обмыть, так сказать, очередное звание. Поздравляем. Спасибо. Товарищ полковник. Ну, гости будут. Опять же, дамы. Потанцуем. Так, ваша задача разнообразить стол свежей рыбкой. Задание ясно? Так точно. Действуйте. Да, мы засетили. Свежая рыба. Эй, 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 сержант. Ты, Чеклун! Иди-ка сюда. Да. Ну, это чтоб не заскучали и не замерзли. Угу. Цени. Вы нас балуете, товарищ полковник. Все будет сделано в лучшем виде. Чеклун. Да. Ты Светлану давно знаешь? А что? А ничего,
Иди, иди, иди. Угу. А не ест, не пьет. Что, милая? От врачей только половина, все остальное от тебя зависит. Товарищ капитан! Иду, иду! Александр Леонидович! Сила духа! Борис, Борис, голубушка! Пойдемте, Аллочка. Как тебе? Новая служба. Напрасно ты здесь. Что? Я говорю, не надо тебе здесь находиться. Да ты кто такой? Я тебе кто, жена? Невеста? Или, может, обещала, что... Пройди к столу, Светлана. А ты, молодец, сюда. Иди погуляй. Есть? Ты что, свинья неблагодарная? Ты что себе в голову вбил? Она тебе что, ровня? Так разговаривать? Мало тебе? Из окопной грязи вытащили. От смерти. Она постаралась. А болтуса пожалела. Не надо. Молчать! Не надо мне той жалости. Ты, штрафничок, прошлое свое забыл, опять назад захотел. Пулемет по тебе плачет. Вот именно его-то мне сейчас и не хватает. Что? Что ты сказал? Я говорю, не хватает мне пулемета ручного. Герой! Штаны с дырой. Ну давай! Иди, иди! Иди, геройствуй! Родина тебя не забудет. Кругом. Часовой! В рот рыбу! Федор, ну чё ты разошёлся? Да плюньте на... Да идите вы все. Оставьте его в покое. Пойдём. Мало тебе? Из окопной грязи вытащили. От смерти.
Она постаралась, а Болтуса пожалела. Да ты кто такой? Я тебе кто, жена, невеста или, может, обещала что? Ну, моли судьбу, что у тебя такие заступники. Да что ж ты как дрова-то везешь? Ты хоть на дорогу смотришь? Ёксель-моксель, возьмите. Петрович, как же это вы? Не убереглись? Тяжко там было. А румба? Как румба? Как привыкла к Булкину? Нет больше Булкина, сержант. Как нет? А румба? Тосковала она без тебя очень. Злая в работе стала. В общем, задела ее. А где она? В лазарете. Успели отправить. Товарищ капитан, а? Пойдемте, с собакой совсем плохо. Что случилось? Не знаю. Вот уже полчаса по клетке мечется, скулит. Не знаю. Вот, видите? Так просто у них, у животных, ничего не бывает. Что случилось, а? Что? Ну, что такое? Что? Ну? Румба! 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 Румбочка! Румба! Ах ты, бедная! Что ж ты? Румбочка! Вот, вот, жива, но теперь никуда тебя. Никуда теперь от тебя. Худая совсем, а? Не кормили здесь, что ли? Хозяин, что ли? Так точно. Сержант Чеклун. Вожатый. МРС 2145. Что ж ты собаку бросил? Вожатому положено сопровождать собаку в лазарет. Так получилось. Но теперь... Гляньте. Пойдут дела на поправку. Теперь я никуда, я здесь. Теперь я никуда. Ты еще и художник? Угу. Ван Гог. Я искала тебя. Я. Где вы сейчас? А вот мы опять служим вместе с Румбой. А вы, ты? А я на почте. Поздравляю, старший лейтенант уже. Спасибо. Я скучал очень. Я тоже. Пойдем погуляем. Ну, привет. Нет, не глаза твои. Пойдем. Я вспомню час. Бред. Знаешь, я так рад. У меня такое ощущение, что целая вечность прошла, как я тебя не видел. Напрасно ты ушел с взводы. Да? А кому воевать? Кому землю чистить? Я ведь сапер, а не вор. В окопах жрать нечего. Они там... Тушенку на ордена меняют, да? Хорошо. Фу. Это хорошо? Хорошо поют. И все печали снимали вдруг. Стоп!
Держись! Стоп! Стоп! Э, Мазила, подержи. Кукмаль, Кукмаль. Отойди от ворот. Давай. Сейчас я их всех быстро сделаю. Смотри, выше пилотаж. Шиз! Закуй! Война ведь закончится. Закончится. Что делать будешь? Что и сейчас? Что? Раскачивать тебя. Я серьезно. У меня война не скоро закончится. Давай лучше о тебе поговорим. Поговорим. Я тебе хотел сказать, что... Что? Я хотел тебе сказать, что я боюсь за тебя. Потому что, девушка... Девушка, ты слабая. Я слабая? Да. Это я слабая? Но держись. Румба! Спасай! Румба! Мама! Мама! Завтра? Я не могу больше. Завтра. Останови! Останови! Распишемся. Распишемся. В 12. Встретимся у почты. Колючий. Где Шахлуб? Товарищ капитан, так он параду готовится. Все-таки доложил, да? Здравия желаю, товарищ капитан. Здравия желаю. Ты к какому параду готовишься? Именин сердца. Парад души, так сказать. Женюсь. Так, свадьба пока откладывается. Давай бери румбу и быстро на дамбу. Там мины. Если рванет, весь город зальет. Хорошо. Сватом будете, товарищ капитан? Это потом, потом. Спасибо. Тогда с меня шнапс. Мужики, ну чего у вас там? Немного осталось. Давайте быстрее. Куда спешить? Свадьба у меня сегодня. Ну что, гульнем? Еще как. Поднимай. Все, чисто. Запускай. Румба сидеть. Красиво. Странно, когда взрыватель вынимаю, с руками все четко. А после дрожь проклятая. Ну что? Румба, идем жениться?
Со дня на день победа. Я вот подумал. Может, поженимся в день победы? Ты не возражаешь? Памятная будет дата. А чего же? Вот только что ваша жена скажет. Все погибли еще в 42-м. Простите. Я не знала. Нет больше Федора. Погиб он. Как? Этого быть не может. Румба. Румбочка. Пойдем, пойдем. Победа! 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 Ты слышал? Победа! Победа! Ты куда, Федор? Ты куда? Землю чистить. Германии!